19 января православный мир отмечает большой праздник – Крещение Господня. В ночь с 18 на 19 января верующие смогут окунуться в ледяную купель на месте массовых купаний в микрорайоне Луговая, научный городок, пруды на полях в НИИ кормов имени Вильямса. Здесь будет приготовлена прорубь и ордань. Организовано дежурство сотрудников полиции и бригады скорой медицинской помощи МЧС. Организовано чаепитие с сушками. Организовано также автобусное сообщение. 18 января в 23:15 от храма в Луговой проследует автобус до места купели. С 23:30 будет проходить освящение места купания. 19 января в 2 часа ночи автобус проследует от места купания через научный городок, далее по Рогачевскому шоссе, на Букинское шоссе, по улице Ленина и микрорайон Красная Поляна. В 2015 году в Лобне крещенские купания были впервые не стихийными, а организованными администрацией города. В них приняли участие около 300 человек. В этом году место проведения не меняется. Городские власти рассчитывают, что в крещенских купаниях примет участие еще большее количество граждан.